Целый год студенты из 17 стран и 20 регионов России проходили обучение в Российском международном олимпийском университете. Практика в разных городах, помощь в проведении крупных спортивных мероприятий, стажировки, квалификационные работы и вот главный документ – диплом мастера спортивного администрирования в руках специалистов. В числе выпускников этого года – призеры Олимпийских игр в Сочи, победители соревнований европейского и международного уровней, есть даже чемпионка мира по фитнес-аэробике. Поздравил ребят с очередной победой и глава курорта. Улучшение нашего города дала Олимпиада. Но и Олимпийский университет продолжает готовить замечательные кадры, которые остаются работать в том числе и в администрации города, и в наших спортивных клубах, и работают в различных отраслях города. И мы довольны их работой и считаем, что университет делает очень хорошее дело в плане подготовки специалистов для работы в городе Сочи. Это третий выпуск Российского международного олимпийского университета. За это время в стенах вуза прошли подготовку представители более 30 стран и почти 70 регионов России. А руководство РМОУ уже планирует программу обучения на следующий год. И мы видим два крупных мероприятия, как минимум два, на самом деле гораздо больше, в которых мы активно уже включились в подготовку кадров. Это универсиада в Красноярске в 2019 году и чемпионат мира по футболу. По футболу мы разработали специальную программу «Мастер футбольного администрирования». Более того, она уже одобрена Российским футбольным союзом. Сейчас стоит вопрос о том, как начать ее реализацию. Выпускники РМОУ традиционно занимают должности в международных спортивных федерациях, национальных олимпийских комитетах. А некоторые специалисты отправятся на подготовку Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Кстати, среди студентов есть и сочинцы. Во время обучения проходил практику в континентальной хоккейной лиге в Москве, а в дальнейшем меня пригласили работать в ФГБУ «Юкспорт». И сейчас я занимаю должность, занимаюсь спортивными мероприятиями в данном заведении. Вот. И эти знания, которые получил здесь, я успешно применяю у себя на практике. А тем временем Российский международный олимпийский университет ждет новых студентов. В учебном заведении продолжается прием заявлений на русскоязычную и англоязычную версии программы «Мастер спортивного администрирования». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.